Здравствуйте. Очень рада, что вы приехали в Кишинев, и я беззастенчиво решила воспользоваться этим, чтобы задать вам ряд вопросов. Спасибо, я тоже очень рад, что я приехал. Я очень рад, что мы с вами встретились и действительно имеем возможность пообщаться. Как вы себя ощущаете сейчас, как человек, который живет уже на две страны? Да? То есть он немножко молдаванин, немножко россиянин? Или вот по-прежнему вы чувствуете себя молдаванином, который живет в России? Я чувствую себя молдаванином, который живет в Москве. Для меня, ну или в Подмосковье, так будем говорить. Может быть, потому что я родился и сформировался еще во времена Советского Союза. Но для меня, в том числе все последние 25 лет, вот я бываю не только в Москве, я бываю в Ленинграде, бывшем сейчас Санкт-Петербурге, я бываю в Поволжье, бываю в каких-то городах там европейской части, в Брянске, в Твери бывал. Я везде ощущал себя как-то одинаково. Как-то одинаково. Конечно, здесь, когда я приезжаю, что называется, на малую родину, я ощущаю себя в полном смысле этого слова дома, при том, что дом у меня сейчас и в другом месте. Но откуда эти ощущения на самом деле берутся? Они берутся из отношений с людьми. Потому что, ну что, ну природа природа, ну там, я не знаю, улицы там, или то, что трансформация, которая происходит в Кишиневе, допустим, они могут не нравиться. Но это уже вторичные вещи. А самое, в общем-то, первичное – это родные, это близкие люди, это люди знакомые, с которыми общаешься. И, ну, мне радостно общаться, в общем-то, со всеми, с кем я знаю. То есть ощущаете себя молдаванином? Да, конечно, конечно. Именно молдаванином. И там я тоже так же позиционируюсь. Я до сих пор гражданин Республики Молдова, я российское гражданство пока, во всяком случае, еще не принял. Вот. У меня есть вид на жительство в России, но я пока гражданин Молдовы. Да, конечно, конечно. С такими документами. Скажем так, зарабатывать. Вот так? Да, потому что я там делаю примерно то же, чем занимался здесь последние годы, то есть политическим анализом, но там просто за это платят больше. Вот, только и всего, скажем так. Гастарбайтером вас не назовешь, который едет в Россию зарабатывать? Да, нет, я не считаю себя гастарбайтером. Да, но тем не менее, мне интересно, почему вы приняли это решение, вот, кроме того, чтобы зарабатывать? А дело в том, что это как раз вторичный момент. Первичный момент – это семья. То есть сначала дочь Елена, которая закончила МГУ, философский факультет, отделение политологии тоже, кстати. И затем, когда она уже училась в аспирантуре, супруга моя Лариса, она здесь работала в Академии наук, но было принято решение, что вот она надо перебираться туда, потому что дочь решила, что она будет там дальше строиться, встраиваться уже после того, как, ну, уже участь в аспирантуре, тоже в МГУ, тоже на философском факультете. Ну, а поскольку большая часть семьи оказалась там, когда у меня здесь завершился последний политический проект, в котором я был завязан, это был 2007 год, я решил тоже перебраться на постоянное место жительства туда, к семье. То есть это произошло воссоединение с семьей, вот так скажем. Сколько лет вы уже как воссоединились, ну, с семьей? Ну, вот будем считать 8 лет. 8 лет, да. Ну, прилично. Прилично. И тем не менее, вот... Это показалось некоторым достаточно неожиданным решением, потому что карьера, которую вы делали здесь, вот здесь, да, она казалась, что она заточена именно под Молдову. Смотрите, напомню, потому что немногие, наверное, наши телезрители знают детали какие-то, но они важны. Вы один из основателей той старой социал-демократической партии. Самой-самой первой было такое. Вы были советником президента Снегура. Я уточняю. Я лично помню вас уже вот так сознательно, когда вы были депутатом парламента, вы прошли по спискам демократической конвенции, причем дополнительным, по-моему, потом списком. Да, да, было, да, дело. Да. То есть, в принципе, это вот все эти ступеньки, они говорили о том, что вот человек способен здесь сделать большую даже политическую карьеру. Тем не менее, этого не произошло. Говорю, как есть.
Все бросили. Для меня вот во всех этих политических проектах, в которых я был здесь задействован, конечно, главное было, с кем я. Даже в ситуации, когда меня взял, пригласил на работу президент Снегур, для меня в любом случае было важно, я знал, что я иду к нему, когда уже была создана им партия «Возрождение согласия», когда Снегур был готов баллотироваться на... Но это был 1995 год, но было ясно, что на будущий год должны состояться президентские выборы. Президентские выборы. Затем возник проект вот с этой демократической конвенцией. Да, конечно, уже в составе самой демократической конвенции были разные взаимоотношения, потому что там были разные составляющие, но... Что касается людей, с которыми я там, что называется, бок о бок, и я бы назвал, наверное, среди первых, это Николай Андроника, для меня было важно находиться именно вместе вот с кем-то. Так же было и в социал-демократии. Это мне очень важно было в то время находиться с той группой людей, которая ее создавала, учреждала. То есть для меня была важна команда. Я верю, потому что это взгляды, я здесь вот вклинюсь. Я верю, потому что команда, потому что социал-демократическая — это все-таки партия левой ориентации, а господин Снегур все-таки позиционировал себя как правая партия, особенно когда он вошел в демократическую конвенцию с господином Рожкой, то здесь уже не возникало никаких сомнений, что это правая. То есть, получается, как-то пошарахало вас. Но знаете, вас ассоциировали, я хотела, чтобы вы сейчас пояснили, еще с одним проектом. Это с проектом гуманистической партии, господин Пассат. И тогда фишкой-то что было? Референдум по введению основ православия. Вот вы как-то поучаствовали? Я поучаствовал на самом первом этапе, да. Причем не столько в проекте гуманистической партии, потому что меня меньше интересовало... сама партия, сколько на первоначальном этапе, когда вот стало возникать движение за созыв референдума, когда вот мы очень плотно тогда с этой инициативой о необходимости принятия через референдум закона об основах православия, о том, чтобы была такая дисциплина в школьной программе, этот проект меня очень живо задел, и я считал, я до сих пор считаю, что этот проект надо было каким-то образом доводить до конца. Даже при том, что были там судебные разбирательства, даже при том, что... Власть очень отнеслась ревностно, почему? Потому что она вдруг испугалась, что может возникнуть какой-то политический конкурент. Дальнейшая история, да, эволюция вот с выборами в том году, 2010, показала, что на самом деле эти опасения были напрасными, не возник такой серьезный политический конкурент. Я, кстати, по спискам не баллотировался в тех выборах, то есть меня, собственно, политика уже не интересовала. Как не интересует уже сейчас в качестве непосредственного участника. То есть, если мне, кстати, были предложения, и после этого идти по спискам каких-то партий. На этих выборах были? На этих не были, на предыдущих были. Но я, кстати, намекают, что может быть на будущих выборах. Но я скажу откровенно, что я побывал уже даже депутатом. Я был недолго, им всего лишь одну сессию. Но мне хватило. Мне хватило в том смысле, что я понял, с чем едят этот хлеб, и... Я не хочу повторять этот эксперимент. У меня есть опыт, есть знания, есть понимание. Мне достаточно. Вам никто не верит так, как я. Потому что я тоже этот опыт и тоже делала для себя, кстати говоря, свои собственные выводы. Но давайте поможем все-таки тем людям, которым придет вот вдруг в голову, предложить вам что-то интересное в рамках какой-либо политической партии. В каком плане? Поможем. Давайте все-таки на сегодняшний момент определимся с вашими политическими взглядами в Молдове. Да? Вот мне интересно, а каковы они? Ну, если я скажу прямо, то есть если говорить о будущих президентских выборах, то я, как гражданин Молдовы, буду голосовать за кандидата от партии социалистов. То есть я все-таки левый. Да, безусловно. Но для меня в данном случае даже важна не столько вот эта левизна, сколько то, что однозначно я воспринимаю кандидата Игоря Дадона как государственника, как человека, который будет выступать за ту линию, на сближение все-таки, провосточную линию. Я считаю, что при всех сложностях, которые сегодня существуют, при всей, в общем-то, в первую очередь, связанных с ситуацией на Украине, мы видим. Почему? Потому что представить себе, что Молдова может, минуя Украину каким-то образом к таможенному союзу,
это, будем так говорить, сегодня это нереально. Но в данном случае важно направление, важен вектор. Почему? Потому что когда известна цель, ведь в чем проблема на самом деле подавляющего большинства, вот, в том числе и моих как бы соплеменников, и, мы, в общем-то, не очень-то знаем, чего хотим на самом деле. А вот когда определил для себя цель, когда знаешь, чего хочешь, да, могут проходить иногда месяцы, иногда даже годы. Но ты, думая в нужном направлении, ты находишь какие-то механизмы, ты находишь какие-то возможности, какие-то пути, и ты решаешь какие-то задачи. А когда цель изначально выбирается нереально, вот как было с Евросоюзом, ну, было же ясно, что это химера, это иллюзия, то в итоге, вот, в итоге и задачи потом, они просто никак не формулируются, на мой взгляд. Вернемся к вам. Вы, несомненно, на сегодняшний день, несмотря на то, что находитесь в России, являетесь знатоком молдавской политической кухни. И я знаю, что ваши знания востребованы и в России, когда вы даете свою оценку и свой анализ. Да, интернет вот идентифицирует вас как эксперта по Молдове. Вот очень много я нашла ссылок. Это одна из моих ипостасей, да, так скажем. Да, это да. Это так и есть. То, чем вы занимаетесь. А я спрошу вас о другом. Когда вот вас в России спрашивают, ну вот, собственно, господин Жосу, а что происходит в Молдове? Мне крайне любопытно, что вы им отвечаете? Как вы квалифицируете? Я отвечаю следующим образом, что на самом деле сегодня в Молдове происходит достаточно драматичный этап в жизни молдавского народа, когда он, оказавшись в ситуации формальной вот, свободы государственной, обретя свою государственность независимую, в силу целого ряда факторов, и в первую очередь из-за того, что та элита, которая на момент обретения независимости как бы, вот, оказалась у руля, стала определять пути развития, она его в значительной своей степени предала. И в силу этого те дальнейшие процессы, которые происходили, стали происходить с народом, частью которого являюсь и я, вот, с молдаванами, начиная там, от массовой миграции, от отъезда, от того, что села пустеют. А села, на самом деле, для молдаван веками село было тем очагом, где наш, скажем так, да, этнос, он сохранялся, развивался. Сельская, действительно, и это нормально было. Города появились уже потом, города появились в советский период, когда пошла модернизация, когда появилась промышленность. Да, у нас появилась своя национальная интеллигенция, у нас появились свои инженерно-технические кадры, что было очень важно тогда. Но все это, к сожалению, вот до 1990 года. И вот, казалось бы, мы подошли к тому моменту, когда свобода должна была предоставить массу возможностей. А вместо этого пошли процессы деградации. Причем... Свободу просто не восприняли как ответственность. Свободу восприняли как вседозволенность, да, как вот некий такой вот феномен, что развязывание рук, вот что хочешь, что делай. Вот так, мне кажется. Ну, вы произнесли ключевое слово в связке с ответственностью, со свободой слово ответственность. Да. Вот я... Есть у патриарха Кирилла, у нашего предстоятеля нашей церкви, книжка, так она называется «Свобода и ответственность», она прямо так и называется, и которая переведена на много языков, в том числе она переведена была и на молдавский язык, она, вот, по-моему, во время его первого визита сюда, даже тут накануне была презентация этой книги. Именно сочетание свободы с ответственностью может дать какой-то нормальный результат. Почему? Потому что в противном случае, ну, мы видим то, что мы видим. Ну хорошо, вот вы так говорите, витиевато правильно, я скажу. То есть, давайте скажу что-нибудь неправильное. Это, наверное, давайте. Если это вы так будете считать, пусть это будет сказано. Ну, вы же не на всех уровнях вот так объясняете. Так, ситуация в Молдове, вот она такая. Вы наверняка говорите более кратко и более человеческим языком, да? Вы говорите, ну, ужас сейчас происходит. Я, например, так говорю. Мне говорят, вот что у вас там в Молдове? Я, например, говорю, ну, тут ужас происходит, потому что вот, знаете, у нас поставили нам диагноз «захваченное государство», и начинаю как бы все это потихоньку так вот, не так пространно, но все-таки пояснять.
Вы так делаете? Ну, все это, понимаете, это все уже следствие. Да, эти вещи, в том числе и статус государства ныне захваченного, и какие-то вещи, связанные с присутствием здесь все большим и большим западного влияния, которое уже, на мой взгляд, не идет просто там в плане каком-то... У нас были иллюзии в начале 90-х, что вот обязательно, если будет Запад, будет демократия. Мы видим, что это все не так, что там есть чисто геополитические интересы, и интерес как бы держать в том числе и Молдову, и вот эту часть территории под своим влиянием. А уж что тут происходит на самом деле, какие процессы, что это уже дело десятое. Ну, конечно, хорошо было бы, чтобы была демократия. Не получается, не получается. На самом деле, я говорю там вещи даже более, вот с кем мне приходится встречаться и говорить, а это в том числе и на уровне, ну, госучреждений каких-то, что я все время задаю один вопрос: слушайте, ну почему у Америки получается, а у России не получается. Не получается. Вы им встречный вопрос. Нет, да, нет, я говорю, что я прямо говорю, что у вас нет стратегии. Вот вы опираетесь, допустим, вот вы опирались на Януковича, но это не стратегия. Понимаете, вы опирались тут на Воронина. Потом, когда, значит, получилось, что повернулось в другую сторону, вы говорите, что все, там больше говорить не с кем. Да, вопрос не в том, говорить с кем или не с кем говорить. Всегда есть с кем говорить. Но вы чего хотите? Вы хотите вообще как-то, чтобы та же Молдова, ну, оставалось, скажем так, в состоянии того единства, в котором, я считаю, как минимум два столетия вот молдавский народ оставался в неком общем поле с русским народом. Угу. То есть это было сначала Российская империя, ну, затем после 40-го года, там, 44-го, если уж так говорить, это был уже Советский Союз. Да, наверное, это какие-то вещи, может быть, банальные сегодня, да, что там дружба народа и так далее, но она реально существовала. Я так думаю. Я действительно в это верю. И почему сегодня не предпринимается ничего для того, чтобы... Все эти вещи, что вот разговоры, когда мне приходится тут слышать, что вот Россия хочет там проводить какую-то имперскую политику, да не проводит на самом деле Россия никакой имперской политики. А вы им говорите, что никакую не проводит? Я говорю, да, что никакую. Я догадалась. Я говорю, что никакую, потому что... Я просто привожу в пример политику Запада. Я называю те инструменты, которые, допустим, они очевидны и не видны, как работает Запад. И когда мне говорят, что ну вы, вот сегодня в Молдове некому доверять, я говорю, слушайте, а вот вы можете себе представить, чтобы американцы когда-то там в Госдепе или где-нибудь сказали, что вообще-то в мире есть хоть одна страна, где нам доверяют? Они прекрасно знают, что им нигде не доверяют. И потому что слово «доверие», оно вообще в сегодняшнем, вот вообще в мире капитализма, это чуждое слово. Вы знаете, Рогозин вот ответил на ваш вопрос, он примерно сказал сейчас, То же, что и вы, да, получается, когда вы вот раньше как бы задались этим вопросом, получилось так. В чем наше отличие, сказал он вчера, от американцев? Мы не со всеми будем, значит, общаться, да? Нам не все равно, это американцы говорят, пусть он сукин сын, значит, но это наш сукин сын. А мы нет, мы смотрим, что это за человек, есть ли у него там уголовное прошлое. Ну, в таком все это было ключе. Вы читали это интервью? Это интервью я не успел не прочли, почитать. Да? Ну, вот вам будет интересно. Его... Коммерсанту. На самом деле, я считаю, что сегодня по-настоящему, вот есть один единственный человек в Москве, кто по-настоящему болеет душой, в том числе и за то, что происходит с молдаванами, это патриарх Кирилл. Вот я говорю это не потому, что я там являюсь, естественно, я воспринимаю как предстоятеля церкви, но я знаю, что он живет в священии, потому что здесь тоже часть его паствы. Я знаю, что каждый раз, когда сюда приезжает, он приезжает, ну, дважды он тут бывал в качестве патриарха, до этого он приезжал как митрополит, еще в период, вот, когда Лучинский был президентом, тут, кстати, встречался с тогдашним яским митрополитом Даниилом, который сейчас патриарх румынский. Это все было завязано на Бессарабскую митрополию. Вот это человек, которого на самом деле реально болит. Из таких, из высокопоставленных фигур. А вы с ним общались? Вот, нет, с я с ним не общался. Но я, общаюсь, я достаточно общаюсь со структурами. Нет, у меня такой возможности не было. Я, ну как общался? Я участвовал в нескольких, я принял участие в нескольких богослужениях, которых он возглавлял. Вот это было, ну, говоря церковным языком, это было литургическое общение. Вот так. А другого, личного общения у меня не было, и, ну, может быть, я не исключаю, что и не будет никогда.
Но вы уверены, что этот человек радеет, в том числе и за Молдову? Ну, в этом я уверен. Его считают политизированным патриархом. Ну, слушайте, ну он глава церкви. А как, интересно, он же он монах по статусу, но он же не аскет, он не уходит, он не отшельник. Он возглавляет самую крупную православную церковь, самой многочисленной паствой. Причем это русская православная церковь. Она имеет свою паству в целом в ряде государств, не только в России, это не церковь, а в Российской Федерации. Он человек, к мнению которого, по-разному его воспринимая, но не могут не прислушиваться. И, конечно, это тоже политика. А как же без этого? Это не политика в том смысле, что он, допустим, хотел бы стать там президентом или кем-то еще. Нет, конечно. Это все... Политика – это влияние. Но это влияние, безусловно. Знаем, да, и я считаю, что ту деятельность, которую он сегодня проводит, в частности, внутри России, встречаясь, начиная там от губернаторов и кончая с там встречи с президентом, с главой правительства, с министрами, он как может в достаточно мягкой форме, достаточно настойчиво он проводит линию на то, что все-таки политики должны нести ответственность перед народом, политики должны делать для народа. И, в общем-то, те антагонизмы, которые порождает вот нынешний строй социально-политический, они должны своей деятельностью стараться всячески сглаживать. Ну вот вы здесь у нас сразу... Два события, которые я бы отнесла к категории молдороссийские. Ну, начнем, конечно, с визита господина Рогозина. Я не знаю, отслеживали ли вы столь пристально, но мне кажется, вам должно было хватить информации, чтобы вы для себя сделали главный вывод. Мы можем говорить о том, что начинается некое, ну, если не потепление, то сближение вот, позиций Молдовы и России. Да, ведь мы помним, был 2014 год, 2015, да. Либо вот у вас есть какая-то своя оценка. Вы знаете, я считаю, что визит был формальным со стороны Рогозина. Он пока еще отвечает за... Вот он является председателем комиссии межправительственной двусторонней. Он спецпредставитель президента по Приднестровью. Но надо учесть вот что, вот какой момент, когда мы говорим о Рогозине в контексте Молдовы. Вот я сильно, очень сильно подозреваю, что о Молдове Рогозин вспоминает тот момент, когда он садится в самолет, чтобы лететь сюда, и его референты-помощники дают ему папочку с выкладками, с бумагами и так далее. И он за время полета он просто смотрит. То есть я считаю, что это во многом импровизация, вот его деятельность в качестве такого представителя. Почему? Потому что основной его 99,9 времени у него занимает военно-промышленный комплекс. А это и космос, это и оборонка, то есть это то, за что он отвечает как вице-председатель правительства. Угу. И уж можете быть уверены, что если там случается какой-то провал, вот там Путин спрашивает жестко со всех, в том числе и с Рогозина. Это, знаете ли, не... Если тут где-то что-то с Молдовой получится, не получится, ну, в конце концов, ладно, так сказать, а вот там... Там, да, там, значит, если не платят зарплаты на космодроме Восточный строителям, это вызываются и происходят очень жесткие разговоры. А Путин, насколько вы же понимаете, он мягкий, но жесткий. Он умеет быть жестким. Поэтому тут... Да, я помню, писали об этой ситуации, когда случилось, значит, не взлетела сразу ракета, да, с нового космодрома, и тогда злые языки. И это ведь не только, и это не только с космосом, там масса сфер. И поэтому я просто физически, я подозреваю, что у Рогозина нет физически времени думать о Молдове, о Приднестровье, кстати, тоже. И, ну, что делать? Ну, это, знаете, решение России, кого на каких должностях держать. Я понимаю, что все-таки против вашей версии играет тот момент, что не тратил бы он свое время, да, не прилетал бы вот тут вот два дня, не ходил бы, значит, по разным встречам, как он говорит, там кофе съем, там кофе выпью, там конфетку съем. Вот, значит, наверное, есть какие-то предложения, о которых он сказал, все-таки, да, дорожная карта, где россияне четко все-таки расписали, что бы они хотели. Но я поняла, России. Давайте так, вот чтобы эту тему Рогозина закрыть, я думаю, я что не хочу основная... Еще ее закрывать. Ну хорошо, тогда я немножко, может, вам подскажу вектор. Я думаю, что основная цель его визита все-таки была попытка разобраться, что происходит в Приднестровье в преддверии президентских выборов, которые должны там быть в этом году. Угу. Потому что там тоже ситуация очень непростая.
И для России, вот как в силу того, что она потеряла контроль над Молдовой, в силу того, что она значительную часть территории Украины тоже ушла, так сказать, из-под ее влияния, ей, я думаю, что гораздо важнее для нее на сегодняшний день все-таки каким-то образом удержать под контролем ситуацию там, в Приднестровье. А там тоже все не так однозначно. Хорошо. А уже в отношении Рогозина... Уже в пакете с этим. Я думаю, что Кишинев шел в данном случае в пакете. Хорошо. В отношении того, значит, как это видит себе Рогозин, я поняла, и Россия в данной ситуации. Да? А вот Молдова. Мы тоже формально отнеслись, по вашим словам? Видите ли, Молдове в ситуации, у нас ведь, когда... Да, вы понимаете, какие у нас экономические показатели? Понимаю, какие экономические показатели. Понимаю, что особенно для сельхозпроизводителей этот вопрос крайне актуален. Да. Есть одна проблема. Она, может быть, начиналась как политическая, когда вот после, эта вся история после вот неудачи с меморандумом Козака, у нее тоже уже длинная борода в этой истории, когда вот еще был господин Онищенко во главе, так сказать, Роспотребнадзор, да, и им пугали, значит, детей вот в Молдове, что вот есть такой страшный Кощей Онищенко, и, значит, это было главное зло. Онищенко сейчас уже нет, там уже другие люди сидят. Но существует проблема недоверия между Роспотребнадзором и соответствующими молдавскими структурами, которые должны по идее обеспечить здесь внутри контроль над качеством молдавской продукции. На каком там это все находится этапе, на каком уровне? Я думаю, что там предстоит очень и очень плотная совместная работа, если действительно наши чиновники, вот молдавские, хотят, чтобы что-то сдвинулось с места. Почему? Потому что в противном случае будут, как и раньше, находить в каких-то фурах что-то, будут что-то заворачивать, будут... Да. И плюс к этому добавляется еще и фактор все-таки Украины. Почему? Потому что это транзитная, для нас это получается транзитная территория, а сложности, связанные с транзитом на Украине сегодня, они риски, скажем так, транзитные риски, они велики, и это тоже дополнительный фактор, который, ну, усложняет взаимоотношения, понимаете? Поэтому я не вижу, как на практике будут вот эти вещи преодолеваться так легко и быстро. Понимаете? Даже если допустить, что Россия сказала, ну хорошо, ладно, ясно уже, что никакой евроинтеграции у вас там нет, понятно, что вы подписали эту ассоциацию, понятно, что мы вам говорили, не подписывайте, вы тем не менее это сделали, ну хорошо, ну давайте посмотрим, ну что вы можете, ну давайте. Вы знаете, мяч на нашей половине в данном случае. Пессимистичной версии послужил ряд факторов, главный из которых, на мой взгляд, это то, что произошло на следующий день. На следующий день у нас в парламенте рассматривался вопрос о запрете информационных и аналитических программ на русском языке. Я, честно говоря, была удивлена, почему еще не в день визита господина Рогозина. У нас всегда к визиту какого-то российского чиновника, или когда наши туда едут, у нас что-то возникает, какой-то скандал. Кого-нибудь не пустим туда, или вот еще что-то. Но, тем не менее, вот сейчас на день опоздали. И потом высказывание самого Рогозина, когда он сказал, что когда люди меня спутали с Плохотнюком, когда кричали мне, да, ну, то есть, да, и это тоже, я думаю, мало кому тоже, да, в Кишиневе власть придержащих понравилось. То есть вот он улетел, и обменялись. Чем обменялись? Что касается запрета, вы знаете, это вот такие вещи, когда вот делаются, это просто вот как у Ницше, помнишь, за пределами добра и зла. То есть это даже не хочется всерьез комментировать, настолько это несерьезно, безответственно и глупо. Что вы, собственно, запрещаете? Я уже не говорю там, я не хочу приносить слова в плане того, что это нормы демократические, нормы и так далее. Ну, выбора, демократии да? нет. Ну нет да. демократии, Понятно. Поэтому мы, так сказать, уже даже косметики нет демократической, которой, ну, положено, чтобы она хотя бы как ради это? Приличия, вот что-то такое. Это за гранью приличия то, что они делают. Ну что еще к этому добавишь? Ну ничего. Ну, конечно же, в России, естественно, это будет рассматриваться и рассматривается, наверное, как недружественный, как еще один недружественный шаг. Но я думаю, что там в основном ну, разводят руками, говорят, ну что с них возьмешь? Ну да, ну вот такие вот. Мне стыдно на самом деле за подобного рода действия. Почему? Потому что мы даже не понимаем, насколько потом...
Ну, нас просто перестают воспринимать всерьез. Нас просто перестают воспринимать всерьез, как каких-то возможных партнеров. Ну, собственно, нас давно уже перестали воспринимать всерьез. Нас считают вассалами Запада. Особенно вот после всех этих, ну ладно, Евроассоциация подписали, но до этого был план с НАТО, до этого, причем ладно бы сам план, ну что такое план? План — это бумага, то есть обычная бумага, но ведь ни для кого не секрет, что на самом деле, вот когда, допустим, приезжают там какой-нибудь Фьюли или там, я не знаю, кто-то еще и пытается сколотить коалицию, причем так вот, то ли в аэропорту, то ли где-то там в какой-то гостинице, когда посол Соединенных Штатов просто говорит, что нет, выборы не должны быть досрочные. И все. И они не происходят. Ну, а че? Ну, так, молдаване, вы сами вообще решаете или за вас решают? За нас решают. А мы хотим, чтобы Россия нас считала равноправным партнером. А Россия, между прочим, тот курс, который стала она проводить последние 10-15 лет, это как раз курс вот, не подчиняться каким-то отдельным, скажем так, указаниям Вашингтонского обкома. Каким-то вот они тоже, как и весь мир, продолжают подчиняться, но а каким-то нет. Ну, конечно, это выглядит отвратительно, потому что этот запрет, я имею в виду, потому что если, например, вот объяснить хотели бы, да, тем, что мы хотим, чтобы наши собственные, наши телеканалы, да, значит, развивались, чтобы они выпускали как можно больше программ собственного производства и вместе с россиянами сказали бы, ну, вот пусть не паразитируют румынские, например, на румынских каналах. Да, ради бога, да любые другие, понимаете? Конечно. А тут, получается, только российские нельзя. Ведь в этом есть еще и стремление, вот, ну, угодить немножко, вот, там, дядечке Сэму, вот. Пусть по мелочи такой, пусть это мелочь, потому что дядечке Сэму, на самом деле, это, в общем-то, уже и не сильно нужно. Дядюшка Сэм сейчас обеспокоен совершенно другими проблемами, совершенно другими задачами. Там, ну вот, там такая со своей интригой президентская кампания, там еще неизвестно, чем она закончится. И, кстати говоря, в зависимости от ее итогов, это последствия могут быть по всему миру ощущаться. Сейчас все задаются вопросом, станет ли Нуланд госсекретарем. Да? Та самая. Нуланд. Для меня, например, вот как для человека, я считаю себя христианином, православным, для меня вот то, что категорически было неприемлемо в последние вот годы, особенно на втором мандате Обамы, это совершенно такая неприкрытая, я бы сказал, навязчивая идея вот, гей-парадов. Всюду проводить и не просто проводить, но чтобы в обязательном порядке американские послы присутствовали там, а также таскали с собой послов, каких еще стран они могут на эти гей-парады. Это официальная линия Госдепа. Вот меня, как человека, живущего, как жителя Молдовы, как гражданина Молдовы, как православного, это крайне не устраивает. И у меня есть слабая надежда, что если выиграет Трамп, вот может быть хотя бы какие-то такие вещи, хотя бы от них откажутся американцы в своей внешней политике. Вот. Это интересная тема. Поэтому у меня есть свой интерес на этих выборах. Как ни странно. Я желаю, чтобы ваш кандидат победил. Он не мой кандидат, но, не, но вы будете это он тоже очень забавно. Да, да. Да. Хорошо, давайте все-таки к Молдове вернемся, потому что у нас сейчас тоже предвыборная кампания. Практически она идет полным ходом. Несмотря на то, что мы еще не вступили в какие-то рамки, у нас там все меняется сейчас законодательство. Знаете, о чем люди больше всего говорят? Люди, которые имеют отношение к политическому классу и около него. Даже не о том, кто победит, а говорят все больше, что эти выборы вряд ли будут честными. Вот это заботит. Потому что если вы видели значит, данные переписи населения 1/3, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? То есть когда посчитали число людей и дали все-таки эту информацию, то получилось, что у нас на прошлых парламентских выборах голосовали все, включая грудных младенцев. Да. Да. И задают себе вопрос, а что в этот раз разве власть не может пойти таким путем? Может. Получается, может. Не знаю, вот вы как считаете, эта опасность, она существует? Безусловно, и как с этим бороться? Безусловно, она существует. Другое дело, что бороться с этим, наверное, если бы я, знаете как, если бы я был директором, была такая рубрика, вот если бы я работал бы сейчас в штабе. Сейчас, если бы я был президентом. Нет, если бы я, скажем так, работал в штабе кандидата от оппозиции, который
вот, рвется президент. И самое, наверное, я бы начал, наверное, с проверки, причем вживую, списков избирателей. Вот этих лично людей. Бы, да, вот, просто брать списки просто с последних списки, выборов и идти, что называется, из дома в дом, из квартиры в квартиру, убеждаясь, кто-то в отъезде, кто на месте, кто... то есть это то первый шаг. Всю страну пропахать. Ну, хорошо. Ну, я понимаю, да. Есть несколько партий у нас здесь в Молдове разной ориентации, которые в состоянии это сделать. Остальные нет. Остальные будут просто там бегать и что-то изображать, если соберут эти подписи. Но я считаю, что, например, для партии социалистов была бы посильная задача. Чтобы, для чего это нужно? Понятно, что это не помешает фальсификациям, но у тебя будут очевидные, совершенно ясные доказательства того, что вот столько-то избирателей, если вдруг выяснится, что в конечных списках их больше, значит, вот тебе одно совершенно явное доказательство того, что выборы сфальсифицированы. Ведь в чем всегда проблема с фальсификацией выборов? Доказательная база. Она каждый раз оказывается, вот предполагается, что она есть, но на самом деле она не столь очевидна. Я помню, то есть не помню, я знаю, что, например, вот в период первых, прежде президентской кампании, когда вот там Ющенко был, Янукович, когда был третий тур на Украине, да, например, тот же вот, ну, блок Тимошенко, он участвовал тогда в качестве кандидата Ющенко, по-моему, что-то порядка 4000 судебных исков было в период избирательной кампании. Да, они были проиграны в большинстве своем, но они были как таковые. То есть не просто выявить нарушение, подать в суд, получить решение. То есть, знаете, это огромная работа еще и юристов. Но это все потом идет в копилку, итоговую копилку. Ну и, конечно, вот как не допустить фальсификации? Вопрос ведь не в том, допустить, не допустить. Вопрос в том, насколько у общества сильна способность к сопротивлению. Вот что я имею в виду. Почему? Потому что я абсолютно никакой эксперт в плане протестов. Я никогда не участвовал ни в каких протестах и не знаю, что такое. Я только теоретически могу об этом рассуждать. Но я знаю, что любая власть всегда боится, что когда вот начинается какой-то протест, что он может выйти из-под контроля, и тогда произойдет вот то, что, допустим, случилось 20 января этого года здесь у нас, когда часть протестующих, прорвав заслоны, проникла в здание парламента. Я знаю просто по ощущениям, со мной делились разные люди, что те, кто там находился в это время, вот представители вот этого вот нас сколоченного большинства, им в тот день было очень страшно, особенно вот после этого, понимаете? Другое дело, что как сами протестующие потом, хорошо, что не повторилось, сразу говорю, я очень рад, что ничего не пожгли, что ничего не пограбили, что не, то есть, потому что нельзя такие вещи делать. Но что произошло-то после этого? А после этого произошло, и мы видим это сейчас, разочарование, в общем-то, тех же протестующих вот безрезультатностью этих протестов, безрезультативностью их. Сумеют ли на этот раз? Почему? Потому что давайте, ведь есть же четкая закономерность. Абсолютно все вот эти вот оранжевые или бархатные революции, да, они, как правило, происходили после выборов. И, как правило, в том числе и в Молдове, кстати, то, что вот случилось 7 апреля 2009 года, тоже было после выборов. И в Грузии после выборов, и в Сербии после выборов, и на Украине каждый раз после, за исключением вот последнего Майдана, когда до выборов. Но там была Евроассоциация, там было другое. Но до этого все так или иначе завязывалось на выборах. Почему? Потому что есть, ну, например, фактор того, что избирательная кампания вообще людей заводит, людей политически активных. А что такое команды кандидатов? Это такие мини-армии. Это агитаторы, это, значит, болельщики, это те, кто готов, ну, как мы их... В спорте это фаны, так называемые, футбольные, да? А мы знаем, на что иногда бывают способны футбольные фанаты. Мы видим, вот, даже по последнему. Там сборная играть не знаете, может, а фанаты могут. Вы затронули эти цветные революции, но ведь все больше людей говорит о том, что эти революции были заказаны извне, и мы даже знаем, кем конкретно. А там уже, как говорится, понимаете, какая штука-то. Тут нужно посмотреть, Извне это, конечно,
фактор важный, и он всегда присутствует. Мне кажется, но, что он в предцветных революциях, он определяющий. Но на пустом месте все-таки ничего произойти не может. Почему? Потому что, да, он... В цветных революциях это определяющий фактор. Я хотела бы, чтобы вы с этим согласились, потому что это важный момент. Ну, я просто считаю, что Вашингтонский обком заказывает эти революции. С чем тут соглашаться? Это мы тут поэтому это тоже надо как-то иметь в виду. Но каждый раз это все-таки опирается на реальную ситуацию в конкретном обществе. И мне кажется, что на сегодняшний день вот в молдавском обществе этот потенциал в известной степени утрачен. Может быть, потому что те протесты, которые были, закончились безрезультатно. Может, по каким-то другим причинам. Ну, не знаю, посмотрим. Но еще раз говорю, что очень серьезно надо работать над доказательной базой. Вот всех вот этих нарушений, фальсификаций, нарушений и так далее. Очень коротко, если можно ответить, потому что у меня очень много остается вопросов. Я предполагаю, что мы даже половину с вами не обговорим. Вы верите в то, что представители оппозиции позволят стать президентом? Вопрос... Ну, он хороший. Я не верю в то, что ему позволят, но я верю в то, что если сильно поработают, то могут выиграть второй вот тур. Так. Да, второй тур. Хорошо. Как вам наша борьба с коррупцией? Сменим немножко тему после выборов. Смотрите, издалека вы, наверное, смотрите, думаете, ну вот Филат уже и срок, как бы ему первичная инстанция, да, назначила. И вот сейчас господин Шор в тюрьме. И вроде бы как бы создается впечатление, что власть с коррупцией борется. А у вас как? Я считаю, что это на самом деле сведение счетов. Дело в том, что, на мой взгляд, сегодня в Молдове нет правосудия как системы. Да, может попасться порядочный судья, может попасться порядочный прокурор или следователь. Они есть на самом деле, но это исключение. Вот то, что случилось с Филатом, а сейчас с Шором, это где-то тут, естественно, есть политический интерес, где-то тут моменты сведения счетов, где-то тут еще что-то, тут кто-то кого-то наказывает. Но я об этом писал и в соцсетях, и в каких-то комментариях. Я считаю, что это вот ситуация, когда вот две шайки склеснулись. Одна оказалась сильнее, другая слабее. И вот лидера той, которая послабели, главаря захватили и держат в заложниках на самом деле. То есть это не... Я ни в коей мере не пытаюсь там с Филата снять ответственность, обелить его. Нет. Но для меня тот приговор, который случился, я не считаю его справедливым, правосудным, так сказать, приговором. Это вот, ну вот так вот. Вот будут так сегодня еще так. Заложники, по вашей версии? Думаю, что да. Во-первых, ну все-таки существуют требования Запада, вот в том числе с этой историей, с этим миллиардом, как-то это все раскручивать и наказывать виновных. И на этом это не просто так формальные какие-то требования. Я думаю, что это в том числе будет и одно из условий, которое в итоге повлияет и на возобновление финансирования. Хотя формально это не входит, естественно, в условия, допустим, там те, которые вот меморандум с Международным валютным фондом. Но мы же понимаем, что тот же Международный валютный фонд, он не сам по себе решает. То есть в любом случае должна быть отмашка. Конечно. Вот. И я думаю, что будут, конечно, будут. Ну а как же, были люди, которые подписывали, вот был тот же Дариндер Гуцан, ну куда вот его денежки. Нацбанк же во всем этом тоже участвовал, так сказать, еще целый ряд ответственных лиц. То есть последует и дальше. И во всяком случае до 30 октября они должны демонстрировать, что они не просто там бывшего премьера посадили, или вот взяли там управляющего банком, да, который тоже подписывал там кучу всяких бумаг. Но и других людей тоже. Знаете, сейчас я задам вам вопрос так. Вот он будет по итогам участия других гостей в моих эфирах. Я очень часто, когда спрашиваю, ну хорошо, вот столько лет прошло, мы строим независимую Молдову, и вот живем так, как мы живем. Кто в этом виноват? И вы знаете, подавляющее число моих гостей говорит такую фразу. Многие виноваты. И мы виноваты, но заканчивают они так. Но больше всех виноват Воронин, потому что он мог что-то изменить. У него было и конституционное большинство, да, но он этого не сделал. И кроме всего прочего, именно он ввел в оборот вот эту систему, которую сейчас успешно модернизировали, знаете, и которой сейчас пользуются представители нынешней власти. А вы как на этот вопрос ответите?
Ну, конечно, у Воронина были возможности. У него вот та победа, такая зубодробительная победа, которую одержала партия коммунистов в 2001 году, она позволяла много чего делать. Тем более, что вот в отличие там от каких-то других партий, у Воронина в ПКРМ тогда была дисциплина. В сущности, он решал. Я не хочу сейчас влезать вот в тонкости, там, где и как он сломался, и с чьей помощью, и когда. Но хронологически это было в период вот этого самого меморандума Козака, это происходило, по-моему, вот, потому что этот слом, надлом с ним. То есть ему показали, да, кто главнее кто-то говорит, в этой, что показали, в этой ситуации. Кто-то говорит, что что-то сказали, кто-то как-то еще, кто-то говорит, что это просто, потому что были протесты и боялись, что что-то там случится, и Запад мог дать отмашку тогда, чтобы шли там на штурм и так на площади, вот это все. Мало ли что говорят. У Воронина были инструменты, которые он мог использовать, но не использовал. Он слишком полагался на свою власть и не использовал какие-то вещи. Просто он мог апеллировать к народу, в конце концов, в какие-то ключевые моменты. С тем же меморандумом Козака. Ну, не хотите, ладно, вот элита не хочет, часть значительно не хочет. Давайте спросим народ, там еще что-то. Какие-то, то есть были возможности. Он ни на что на это не пошел. У других возможностей было поменьше. И там Снегу все время жаловался на полномочия, что не хватает. Лучинский, значит, пытался что-то такое, но тоже в итоге говорил, тоже что... Тоже хотел полномочий, понимаете? У Воронина полномочий как бы не было, но они реально, они были. Угу. Они были реально. И с этой точки зрения, ну, наверное, он как бы больше других. Но не в плане того, что он виновен. Уж насколько он там виновен, как говорится, каждый из нас будет перед Господом отвечать за все свои... А в плане того, что у него было больше, чем у других, шансов. И он их не использовал. Вот ведь какая штука. Но, возвращаясь вот к началу вашего вопроса, конечно, я считаю, что каждый из нас несет свою долю вины. И даже до сих пор мы еще не разобрались до конца, в общем-то, а что, где мы существуем, когда, что случилось с нами. Ведь вот в этом году 25 лет исполняется, четверть века исполняется молдавскому, вот, как мы говорим, Третьей Республике. Вот Первая Республика была совсем коротенькая, да, Молдавская Демократическая, там 3 месяца, она, 4 сватуцерий. Неудачный пример. Вторая Республика, МССР, ну, можно сказать, что относительно для молдавского народа она оказалась относительно успешной. При том, что, конечно, ну, на начальном этапе были депортации, весь этот период был атеизм, то есть была как борьба с церковью, когда сильнее, ну, когда слабее. Было, но Вторая Республика оказалась удачной. Третья Республика, ну вот она такая, какую мы ее видим сегодня. То есть я считаю, что это неудача. Ну давайте думать, может быть, нам удастся, может, мы еще захватим Четвертую Республику, но только думать надо очень крепко, очень сильно, с учетом всех тех знаний, которые мы накопили за эти последние 25 лет, в том числе негативных знаний, то есть нашего опыта. Это, для нас это история, но это и наша жизнь. И давайте, я понимаю, что сегодня смешно говорить о том, что давайте будем думать вместе с Приднестровьем, потому что там тоже выросли свои поколения, которым для Республики Молдова своего нет. Да, но пока у нас власть такая, какая она есть, никто меня лично не убедит в том, что она заинтересована в том, чтобы появились избиратели, знаете... Вот, которые как по их системе исповедуют пророссийский взгляд. Вот, ну, дело не в пророссийских взглядах, дело не в этом. Знаете, вот в чем дело. Дело в том, что вот если действительно получится так, что, вот, например, ну, у меня есть определенные иллюзии в этом смысле, так, даже не надежда, а иллюзии, что вот если Дадон станет президентом, может быть, как раз институт главы государства станет тем центром, где хотя бы на интеллектуальном уровне начнут какие-то вещи разрабатываться, с тем, чтобы мы... Мы ведь, я не хочу сейчас вдаваться в воспоминания, но я помню, когда в 90-м году, вот был тот парламент, бывший Верховный Совет, когда мы только-только заикнулись, вот эта вот группка, вы упомянули социал-демократическую партию, что надо бы подумать, как бы нам учредительное собрание, вот, чтобы все-таки новое государство, чтобы вот как-то, а уже был конфликт с Приднестровьем, чтобы включить Левый берег, Гагаузов. На нас смотрели вот эти депутаты, а мы тогда ходили достаточно свободно по тому парламенту. Что ходят эти, понимаешь, там яйцеголовые, что-то они там, какое же это собрание, да все, вот сейчас вот быстренько это примем, то примем. А когда ты проходишь, так сказать, когда ты прибегаешь к теории,
испытанной, кстати, практикой исторической многих государств и многих стран. В итоге потом это все аукается. Ну, никто же не хочет об этом думать, понимаете? Потому что пока гром не грянет. А думать надо начинать. А думать надо начинать. Вы заговорили, не знаю, это еще нельзя назвать религиозной темой, но тем не менее я сейчас хочу задать вам вопрос. Бог рассудит, вы так сказали. Я знаю, что вы верующий человек. Не рассудит. Бог будет судить. Будет судить. Да. Рассуждаем мы, Бог судит. Хорошо, да. Это так точнее. Вот такой у меня к вам будет сейчас вопрос. Недавно говорила с одним священником, и он мне говорит в глаза такую фразу. Ты знаешь, Люда, Бог нас вот наказывает, очень серьезно наказывает. И я подумала, вот, может быть, вы знаете, что у нас такого есть, что Бог вот такими испытаниями, через которые мы проходим, видите, вот нас наказывает. Самый главный вопрос для любого верующего человека – Вот, в первую очередь, относительно себя. То есть понять, а в чем состоит, в общем-то, божественный план и вообще воля Божия в отношении него, его жизни, его судьбы, и чем вообще он должен заниматься и так дальше. Я не хочу сказать, что Бог нас наказывает. Я наоборот, я вижу, что мы существуем. Что, ну, каждый день всходит солнце, что есть хороший урожай, что Господь продолжает давать нам очень многие вещи. Почему? Потому что, ну, есть же среди множества определений Господа, есть и вот такое долготерпелив и многомилостив. Господь, Он действительно долготерпелив, Он ждет, что мы одумаемся, Он ждет, что мы начнем действительно анализировать свою собственную жизнь, относиться к ней более ответственно, понимать, чего же мы на самом-то деле хотим, сколько вообще нам нужно. Вот то мы говорим, деньги. Ждет, что мы... Еще не наказывал. Это не моя система, это вся история человечества из этого состоит на самом деле. Ну вот я говорю, у меня была такая любопытная беседа с одним священнослужителем, и он вот мне прям так говорит, вот наказывает нас. А наказывает нас за гордыню, вот у него была своя версия. Наказывает нас за чрезмерное, не знаю, чванство, за то, что предаем сами себя, за то, что предаем Господа. Ну, это его был взгляд, я не стану сейчас... Мы действительно все это делаем. На самом деле, батюшка, который вам это говорил, он прав. То есть мы все это совершаем. Другое дело, что я бы не торопился говорить, что Господь вот именно наказывает. Я поняла. Знаете, вот... Знаете, в чем дело? Может, мы просто не то у него просим. Потому что, вот как бывает, ну, в семье, вот родитель, да, и дети малые, вот... Дай мне это, дай мне то. Он дает ведь только то, что он твердо знает, что тебе полезно это. А чего тебе не полезно, ты можешь меня просить хоть... Нет, если будешь слишком сильно просить, я тебе еще и шлепки дам и поставлю в угол. Если вы говорите не то просим, я вспомнила тот анекдот, когда было очень завидно, что у соседа, да, значит, что-то есть там, он завидовал, он сидел, Господь говорит, хорошо, вот... Я тебе дам все, что хочешь, но соседу в два раза больше. Он сказал, Господи, отними у меня один глаз. Так, как-то. Знаете, когда вот каждый народ, каждая страна проходит какие-то тяжелые испытания, вот ищут, на что можно было бы опереться. Это может быть разный выбор. Это может быть история. Да, вот славная там. Вспоминают, победили в такой-то войне, там, то-то, то-то. И не хотят это вспоминать, может где быть проиграли. Личности. Нет, это нормально, да. Что не ну, хотят да, мы вспоминать, хотим потому что вспоминать. Мы хотим на что-то, да, вот мы ориентированы на хорошее. Опереться, да, вспоминают личности и говорят, ну смотри, вот, значит, такие люди среди нас жили, да, вот нашей национальности, нашей нации, опираются на религию. Пытаются, на веру. На что Молдова должна опереться, где наша точка опоры? Ну, в первую очередь, конечно, на веру. На веру. Да, на веру и с помощью веры. А что такое вера? Наша вера – это целое учение огромное. То есть учение того, как вообще нужно жить, как строить свою жизнь. Причем как жизнь свою индивидуальную, так и жизнь свою социальную. Потому что одно от другого на самом деле не отрывно. И там мы найдем массу ответов. Ведь посмотрите, вот я считаю, что действительно мы, молдаване, мы позволили себе очень нехорошую вещь в конце 80-х годов. Мы заразились вирусом национализма.
При этом... А вы думаете, мы заразились? Да, Он не был у нас в таком, знаете, латентном состоянии? И сложились условия... Были идеологические ограничения для того, значит, были какие-то глупости там в плане того, что, например, была теория двух языков. Не двух названий, а двух языков. Угу. Вот, но в 89-м году этот вопрос сняли, когда приняли закон о языках, так сказать. Там в преамбуле было, что это на самом деле один язык. Были еще какие-то вещи, но было и национально-культурное развитие в годы советские. Была своя киностудия, были театры. Все это было. Понимаете, писатели творили, издавались и получали баснословные гонорары по тем временам. Сейчас им это и не снится никому. Ну ладно. Да. Это был именно национализм. То есть нам в какой-то момент показалось, что вот эта вот гордыня национальная, она взяла верх над всем. В итоге мы создали у себя в обществе не атмосферу любви, какую мы обязаны были, а ведь откуда это все берется? Мы должны были между собой говорить вот не на молдавском или румынском языке, а на языке любви. Понимаете, и тогда бы и все остальные живущие с нами рядом люди стали бы... Со временем плохо, про эру милосердия. Мы сейчас говорим. Нет, это не эра милосердия. Она пока еще не настала. Я скажу вам потом этот пример, вне рамок передачи. Времени у нас совсем уже не осталось, и мы не поговорили о том, что вы еще являетесь театральным критиком. Являлся. Когда были театры, я немножко занимался этим. Но я занимался не столько критикой, сколько историей театра. Верю. Вот. Ну, по образованию вы театральный критик. Театровед. Хорошо. И я думаю, что это будет прекрасный повод нам с вами встретиться еще раз, когда вы приедете сюда, в Молдову, и мы в том числе поговорим и об этом. Да, сначала сходим в какой-нибудь театр. Хотя я практически, если вы пригласите. Хотя я, конечно, не сомневаюсь в том, что будет очень много вопросов к тому моменту, еще и политического, и социального, если хотите, экономического уровня, о которых нам с вами будет интересно говорить. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Не пропадайте. Спасибо и вам за приглашение. Да, двери нашего канала для вас открыты. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. Доброго вечера.